Привет. Сегодня воскресенье, 9 часов утра. Сегодня будет максимально насыщенный день. Вначале у меня не очень хорошая миссия. Я еду менять лобовое стекло на своей любимой Тахе. Скажи, вот это вот похоже на пулю, да? Ехали мы по Киевке. И из впереди идущей газели, то ли из-под колеса, то ли из самой газели, вывалилась какая-то запчастюля. Ну, знаешь, размер вот такой вот, такая железка. Немножко такая изогнутая, похоже, знаешь, как вот борта закрывают. Стукнула вот в эту вот часть. Причем достаточно большой был стук. Я думал, что удар был, наверное, и по крыше тоже. Но видишь, там как бы... Только по стеклу пришелся удар. И все-таки реально, да? Это похоже, как будто стреляли. Смотрите, теперь у Таха новое стекло. По-моему, она заслужила это, да? Будет новая локация. Да, он завелся. Едем на нем. Все, приехали. Маша пошла туда. Я буду ждать здесь. Еще немного. Здрасте. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Саша. А ты знаешь, что это? Камеру вырубай. Что это? Знаешь, что это мем? Вот такой нам день Никитос сегодня устроил. День рождения? Ощущений много, очень много. Я сейчас иду весь потный от американских горок. На максимуме я прокатился. Вот с ним.
Моть, по-моему, даже Моть, скажи, Моть, скажи, пожалуйста. Тебе понравилось? Да, понравилось. Будешь фреш еще туда? Да, конечно. Хочу куда-то.